Хочу сказать, что исторически это место, это именно то место, где реально высаживались подразделения для того, чтобы прибыть на остров Кунашир. Ну, у нас любительская съемка. Я представитель советского командования. Мы предлагаем вашему гарнизону сдаться без боя. Руководствуясь повелением императора Хирохита и здравым смыслом, от имени гарнизона острова Кунашир заявляю о нашей капитуляции. Альбомы изымались, все фотографии, карточки-то изымалось, да. Это нельзя было вывозить. А потом люди, вот этот период 46-го года по 49-й, и дети дружили наши с ними, ну, как вот мы были пацаны с японцами, да, играли в их, у них много таких спортивных сооружений возле школ было. Здесь, если этот остров открыть всему миру, открыть просто его, да, тут он будет такие прибыли из государства, да, бешеные будут миллиарды долларов, только на одном туризме, на экологии, на бальнеологии, на чем угодно, на лечении. Нет вместо этого пушки, танки и помойки. В японской стороне следует помнить итоги войны, пересмотру, не подлежат. Сейчас мы находимся на поворотном пункте истории. Нам надо работать для будущих поколений наших стран, Японии и России. Чтобы наши народы могли углубить отношения сотрудничества. Цивилизация наступает, уничтожает все на своем пути. Ну что ж Путин скажет с островами, как с японцами, как нашим людям здесь быть вообще? Чтобы выйти из состояния войны, мы вышли из этого состояния, приняв их капитуляцию. Все.